Вот специально из Ташкента для Америки. Это ипподром. Национальная одежда. Вот что продают. Да. Вот шавалек. Адиза, ты в детстве одевала. И чайник. Фантомные горки. Такие вещи есть. Вот та спина, смотри. Да. Вот. Что продает все, что есть. Рубашки, бутылки. Вот ты знаешь, да, что это такое? Вам как это называется? Ельпалач. Это махать веер. Только узбекский национальный. Это для чайник. Этого. Чайника. Вот Айджон. Клеенку купила, держи. Вот они, шкафаляки. Вот когда обрезание делают мальчиков в Узбекистане, вот их одевают на свадьбе. Они как эмиры ходят. Вон какие расписные. Одеял современный. Здесь занавески. Вот органза. Красивая. Вот смотри, что продают. Да, все есть. Лишь бы деньги были. Вот разные. Это занавески. Опять чапаны. Вот рубашки разные. Курпаля. Вот еще одеяло. Это вот эти. Вот максикальщики. Кеды я. Тапочки очень удобные, дешево выглядят. Здесь уже это не надо нам. Вот там что-то строят, новый рынок. А мы что купили? Мы с мамой купили ткань на лето. Мы всегда так делаем. Зимой мы шьем на лето, так как моего размера иногда не бывает. То, что я хочу, тогда я могу сшить. Поэтому вот халатики продают. Вот еще что-то. Вот сидят тапочки. Мы это ищем. Магазин игрушек. Исмаилу что-нибудь купить. Хотим сейчас нежданчиком пойти в гости. Сегодня суббота. Погода хорошая. Вот какая обувь, смотри. Видишь, чешки разные. А вот курпача, Олег, смотри, какие красивые. Мама, ты подержите-ка. Сетку задержите. Ай. Вон какие, смотри, Азиза. Вот, видишь, кубалейки. Видишь, а вот эта отделка, знаете, что это такое? Версачи. Видите, и национальная. Да, габилет. А вот эта отделка Версачи, видишь? О, модная. Вот это, Азиза, смотри, что я нашла. Это что, Ольма, как называется? Сахарный. Мальма? Сахарный, да. Мы в детстве вот такой кушали. Глазури. Да, 5 копеек стоило раньше. О, красота какая. Ничпуль? Как-то вещменький. Мишка, будет интересно? Да, сейчас купим. Вот, мама моя любит хуроспан. Америка его рамз, да? Позорызды бирсен. Дальше идем. Мама, вы не потерялись? Да. Вот мама любит клеенку. Всегда хочет обновить. Мама говорит, вот здесь нету клеенки, которую она купила. Вот я купила. Бирзянок, миску, да? Да-да, вот. Видишь, какая красота, ляпота. Видишь, какая мама крутая. Видала, какую клеенку купила? Вот еще, видишь, какой магазин. Здесь постельное белье продают. Здесь вот бахмаль продают. Смотри, бахмаль. Самый качественный и экологический, не аллергичный материал.
здесь белая ткань. Это для свадебных платьев. Салоны покупают разные. А вот здесь новорожденным лялькам ползуночки. Вот шапочки разные. Вот такие красивые. Вот смотрите, бабушка покупает своим внучатам. Может, правнучатам. Вот обувь, смотри, какая. Выбираю какую-то красивую. И платье, все, смотри. Красота. Вот луизовый тон. Вот вот такая обувь. Смотри, какая красота. Вот гилямля продают. А тут же конфеты, смотри. Какая красота. Диска. Смотри. Какие хочешь. Вот мамины любимые. Как называется? Смородиновые. Вот. Ой, очень вкусные карамельки. Мятные. Вкусняшки. Вот, смотри. Вот эти барбариски. Вот это как эвкалипт плюс называется. Даже это помогает от кашля в горло. Когда горло болит, побольше этих леденцов. И даже в аптеку бегать не надо. Красота. Вот люди покупают. Здесь печенье. О, Азиска, твой любимый магазин. Магазин. Смотри, какие платья. Переливаются все. Вот еще здесь. Вот, смотри, цены. 55 тысяч. Смотри, какие рубашки красивые. Качественные. Вот, смотри, еще здесь какие красивые. Кексы продают. Смотри. Мама, кекс не чпой? Учми нам. Ахоз олам. Вот булочки. Диана мне Йораман. Вот, смотри, Азиска. Помнишь, ты любила? Вот это гумма. Это пирожки с ливером называется. Это пирожки с картошкой. Видала? Соскучилась? Здесь еще Агробанк наш. Мини-банк здесь видала в магазине родное? Да, дай бог ему здоровья, процветания, много денег. И чтобы все сотрудники мои, все были живы, здоровы и счастливы. И руководство. В первую очередь руководство. На этом заканчиваю свой репортаж. Из Ташкента. Спасибо всем за внимание. Вот специально из Ташкента для Америки. Это ипподром. Национальная одежда. Национальная одежда. Вот что продают. Да. Вот Шаваляк. Азиза, ты в детстве одевала? Для чайника. Антонная горька. Такие вещи есть. Вот та стеклянная, смотри. Да. Что продает? Все, что есть. Рубашки, вот эти. Тут ты знаешь, да, что это такое? Вам как это называется? Ельпагач. Ельпагач. Это махать веер. Только узбекский национальный. Это для чайник. Этого. Чайника. Вот Айджон. Клеенку купила, держит. Вот они, шаваляки. Вот когда обрезание делают мальчиков в Узбекистане, вот их одевают на свадьбе, они как эмиры ходят. Вон такие расписные. Одеял современный. Здесь занавески. Вот органза. Красивая. Вот смотри, что продают. Да, все есть. Лишь бы деньги были. Занавески, опять чапаны, вот рубашки разные, курпаля, вот еще одеяло, это вот эти, вот махскальчики, кедрия, вот тапочки, очень удобные, дешево выглядят. Здесь уже это не надо нам. Вот там что-то строят новый рынок. А мы что купили?
Мы с мамой купили ткань на лето. Мы всегда так делаем. Зимой мы шьем на лето, так как моего размера иногда не бывает. То, что я хочу, тогда я могу сшить. Поэтому вот халатики продают. Вот еще что-то. Вот сидят тапочки. Мы это ищем магазин игрушек. Исмаилу что-нибудь купить. Хотим сейчас нежданчиком пойти в гости. Сегодня суббота, погода хорошая. Вот какая обувь, смотри. Видишь, чешки разные. А вот курпачалик, смотри, какие красивые. А вот это подержите-ка, сетку задержите. Ай, вон какие, смотри, а здесь. Вот, видишь, кубалейки. Видишь, а вот эта отделка, знаете, что это такое? Версачи. Видите, и национальная. Гобелен. Да, гобелен. А вот эта отделка Версачи, видишь? О, модная. Вот это Азиза, смотри, что я нашла. Это что, Ольма, как называется? Сахарный Ольма. Мальма? Сахарный, да. Мы в детстве вот такой кушали. Глазури. Да, 5 копеек стоило раньше. О, красота какая. Ничего? Отлично. Мишка, будет интересно? Да, сейчас. Хуросхан ты ум? Вот, мама моя любит хуросхан. Америка его рамз, да? Позор сдобирся. Дальше идем. Мама, вы не потерялись? Да. Вот мама любит клеенку. Всегда хочет обновить. Мама говорит, вот здесь нету клеенки, которую она купила. Вот я купила. Бирганок, не скажу. Да-да, вот. Видишь, какая красота, ляпота. Видишь, какая мама крутая. Видала, какую клеенку купила? Вот еще, видишь, какой магазин. Здесь постельное белье продают. Здесь вот бахмаль продают. Смотри, бахмаль. Самый качественный и экологический, не аллергичный материал. А здесь белая ткань. Это для свадебных платьев. Салоны покупают разные. А вот здесь новорожденным лялькам ползуночки. Вот шапочки разные. Вот какие красивые. Вот смотрите, бабушка покупает своим внучатам. Может, правнучатам. Вот обувь. Смотри, какая. Выбираю какую-то платье, все, смотри, красота, вот луизовый тон. Вот вот такая вот, смотри, какая красота. Вот гелямля продают, а, и тут же конфеты, смотри, какая красота. Здесь как, смотри, какие хочешь, вот мамины любимые. Как называются они? Смородиновые. Вот, ой, очень вкусные карамельки. Мятные? Вкусняшки. Вот, смотри. Вот эти барбарис. Вот это, как эвкалипт плюс называется. Даже это помогает от кашля, от горла. Когда горло болит, побольше этих леденцов. И даже в аптеку бегать не надо. Красота. Вот люди покупают. Здесь печенье. Ой, Азиска, твой любимый магазин. Смотри, как платье переливается. Вот еще здесь. Вот смотри, цены. 55 тысяч. Смотри, какие рубашки. Качественные. Вот смотри, что здесь, какие красивые. Кексы продают. Смотри. Мама, кекс ничего? Нам. А вот она. Вот булочки. Диана мне Йораман. Вот смотри, Азиска. Помнишь, ты любила? Вот это гумма.
Это пирожки с ливером называется. Это пирожки с картошкой. Видала? Соскучилась? Здесь еще Агробанк наш. Мини-банк здесь видала в магазине родное? Да. Дай бог ему здоровья, процветания, много денег. И чтобы все сотрудники мои, все были живы, здоровы и счастливы. И руководство. В первую очередь руководство. На этом заканчиваю свой репортаж. Из Ташкента. Спасибо всем за внимание.